Спортивная инфраструктура Гродненской области отримала черговый и зауважный крок у своем развитии. Сучасный объект физкультурно-здоровленчего комплекс появился в Новогрудку. Реализация масштабного проекта дозволила створить гульнявую залу с трибуны на 750 мест, бассейн и тренажерные помешкания. Как означали удельники урочистой церемонии открытия объекта, даденный комплекс будет запотребованы не только у жихаров Новогрудчины. Чакается, что сюда будут приезжать аматоры здорового отпочинку с Ивьевского, Карельского, Дятловского районов. А мультифункциональность комплекса робит объект сапраўды универсальным. Его открытие стало черговым кроком по развитию оздоровленчей спортивной инфраструктуры в области. Мудрая последовательная политика нашего государства для того, чтобы в каждом районном центре были похожие спортивные объекты. И ежегодно у нас по несколько таких спортивных объектов. На Гродненщине уже это второй в этом году только спортивный объект, который мы открываем. Еще в проекте есть еще третий. Открываться будут и в других районных центрах. Очень важно для массового занятия спортом и для приоритетных видов спорта, сегодня о которых мы говорим. Вот посмотрите, плавание сегодня, бассейн здесь. У нас на Олимпийских играх 37 комплектов наград разыгрывается. В каждом районном центре должен быть бассейн. Открытие этого спортивного объекта – это очередной шаг в реализации нашей областной программы по развитию спорта, физкультурного движения в области. Мы недавно открыли такой же дворец в Островце. И как бы вот тот северный регион нашей области, вот он уже обеспечен таким объектом. Сегодня открыт в Новогрудке, и это, безусловно, тоже достояние будет не только города Новогрудка, Новогрудского района, но и Карелич, и того же Дятлова, и всех населенных пунктов. Немаловажно, что данный комплекс станет стимулом и для молодых атлетов Новогрудского района. Представники юнацкой спортивной школы смогут проводить занятки у комфортных умовах, тем самым шлифовать свое мастерство и створать самые амбициозные планы. Мы можем здесь как проводить тренировочные занятия полноценные для игровых видов спорта. Это волейбол, баскетбол, футбол, гандбол. Также для легкой атлетики. Но как наша школа культивируется больше по легкой атлетике, мы здесь сделали зал легкоатлетический, покрытый резиной, чтобы позволять будет заниматься и тренироваться в шиповках. Он, во-первых, еще уникален тем, что для нашего города, что сейчас... население нашего Новогрудка, Карелича, Ивьевского района, что могут посещать бассейн, тренажерный зал, фитнес-зал.